В этом видео я хочу вам показать 20 фотографий одного сейфа. Одна пользовательница сети показала фото с содержимым сейфа, который она обнаружила в полученном в наследство доме своей покойной тети в Германии. Пожилая женщина была одним из российских эмигрантов, переживших нацистский режим. Когда она открыла этот мощный немецкий сейф, то обнаружила в нем много семейных фото и кучу всяких справочек, а также знаменитую гитлеровскую книгу «Майн кампф». Эта женщина решила сделать незамедлительно фотографии найденных ценностей и выложить их в свободный доступ для ознакомления других пользователей. А кому не понравилось, как я зачитал этот видос, может поставить ему дизлайк, а также насрать в комментариях. Всем пока! Gloria, 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 sing, sing, Gloria, sing, sing, Gloria.